Дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Олег, менеджер компании «Белагра». Мы находимся сейчас в городе Орле. Приехали мы в подсобное хозяйство «Орловский колос» для того, чтобы взять отзыв по погрузчику, который они покупали у нас, тур с 1500 м. И сейчас мы поговорим с заместителем генерального директора Виктором Михайловичем. Добрый день, Виктор Михайлович. Что я могу сказать? Значит, Сальсельмаш я работаю уже с 90-го года. Когда-то мы еще брали Кун 08. Естественно, это отличный подъемный механизм. Значит, на данный момент, значит, мы сейчас взяли Турс 1500, который зарекомендовал себя очень даже отлично. Мы к нему взяли много приспособлений, то есть для погрузки сена, вилы, взяли ковш челюстной, взяли ковш для погрузки зерна. Ну и вообще очень устраивает. Но сейчас очень самое удобное здесь, что я могу отметить, это, значит, джойстик. Действительно, сейчас даже и не уступает зарубежным. То и рычаги эти дергаешь на распределителе. Сейчас джойстиком выполняешь все функции подъема, опускания. Так что вполне устраивает. Так что рекомендую. Вот завод Сальсельмаш приобрести. У нас здесь есть Белагра фирма. Значит, конечно, ну, может бы немножко цене уступить бы. Ну, а так, рекомендовали себе с прекрасной стороны. Что еще сказать? Понятно. Ну, и опять же, джойстик обеспечивает вам свободные гидровыходы дополнительные. Тоже удобно. Да, работаете сколько вы им уже, получается? Ну, мы работаем уже на протяжении полугода. Полугода, да. И сено, и опять же, все операции выполняем. Ну, выполняем, да. Погрузку зерна. Значит, очень удобный ковш. Значит, взяли мы кубовик. Угу. Да. Быстро, значит, загружаем технику, если надо. Ну, вообще отлично. Угу. Челюстной ковш очень удобный. Удобно, значит, иногда, да, подобрать там сыпучий материал, какой-то, значит, рассыпался, все. Значит, как можно меньше усилий физического труда. Подошел, расстегнул его, собрал, погрузил. Да. Он еще также снимается. И очень удобная смена оборудования. Ковшли, пикали. Значит, механизатор выполняет полностью один, без помощи других посторонних механизаторов или еще к чем-то. Спокойно все, управляя джойстиком, подъезжает, цепляет. Мы заказали вам, в течение это 2-3 недель. Лежу, сообщили, пришел. Немножко, значит, повременили, установили. Ну и вроде с обслуживанием нареканий нет. Были проблемы, которые устранялись же. Ну да, по рекламации. Быстро, да, по рекламации. Все поставили нормально, никаких, ничего нигде не торчит. Претензий вроде по работе нет, да? По работе нет. По заводу этому нет. Может, что-то и надо усовершенствовать. Но пока я вроде нет таких, чтобы серьезных каких-то поломок могли бы быть здесь выскочить. Ну, все зависит, естественно, от механизатора. Это немаловажная работа. Будем надеяться, что он нам послужит не один год, да. Ну, минимум хотя бы лет 10. В дальнейшем, как бы, какие-то пожелания, может, к заводу, или планируете, если приобретать, пойдете ли к нам, нет ли? А дальнейшее, как бы, вот немножко замечание, да, для завода. Все же гидравлика, как бы, кое-где начинает иногда сочиться. Ну, это все заменили, естественно, А так, вроде, никаких нареканий нет. Лонжерон. На лонжероне там вот, допустим, может, оно там незначительное, это замечание. Но можно на заводе устранить. Допустим, вот здесь крепится основная балка. Угу. И здесь вот переходники, вот здесь впереди, значит, крепится. И он узкий почему-то, вот этот кронштейник, вот, который крепится вот к раме. Ну, здесь можно бы немножко сантиметра на 3 его увеличить, и вся эта проблема была решена. Я думаю, это не столь здесь будет экономический ущерб какой-то. Ну, просто, может, чуть-чуть где-то просчитались. Вот почему-то здесь вот лопается. А так,
Все отлично, все хорошо. Жестик удобен. Ребята, конечно, где-то он вроде по инструкции где-то чуть пониже, но гляжу, они сами приспособились и очень в удобном месте поставили жестик. Но это, я думаю, уже Белагра. При установке они здесь нашли такое оптимальное местечко. И рычагам не мешает скоростя переключать и управлять. То есть, а вроде как бы по схеме он где-то чуть пониже, как бы неудобно. А вот здесь все, сейчас вот все удобно, все прекрасно. Так что Белагра здесь свое новшество применила немножко. Ну да, наша сервисная служба уже не один их поставил. Да, да, да. Так что удобненько. Вот они, сменные. Ковш челюстной, ковш погрузочный для зерна. А еще ухват для тюков. Ухват, да, универсальный. Ухват для тюков универсальный. Но мы еще им не пользовались. Я думаю, в этом году попробуем. Итак, дорогие друзья, вы посмотрели сейчас реальный отзыв от реального клиента. Все, мы это делаем для вас. Обращайтесь к нам со своими пожеланиями, пишите нам в комментариях. Обращайтесь по поводу техники. Мы всегда идем навстречу, мы всегда вам все расскажем, подскажем. И мы в Белагра работаем для вас.